Ребята, всем привет, вы на канале Семян на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь, если вы еще это не сделали. Сегодня мы в полном составе приехали в Керчь на центральный рынок, чтобы показать вам цены в Крыму, а именно в Керчи. Этот рынок является нашим любимым, можно сказать, потому что здесь можно всегда купить свежих морепродуктов. Посмотрим их и заодно пройдемся по всем другим продуктам, которые, в принципе, интересуют всех повседневно. Не буду затягивать, давайте начинать. Так, вы когда сюда приедете, смотрите, здесь с парковками сложно, особенно в туристический сезон. Вот он уже по левую руку начинается рынок. Здесь полно всяких разных палаток. Короче, на рынке здесь можно найти вообще абсолютно все, как говорится, от батона до микрофона. Вот уже на входе продают овощи, фрукты. Есть такие детские палаточки. Видите, кубанская рыба. Так, и вот он, вход. Так, вот есть всякие специи. Вот они, фрукты, помидоры 110, перцы 120, 85, картошка, черешня, клубника, цен нет. Вон там клубника по 120, 35, капуста 70, огурцы. Видите, какие? Так, давайте вот по овощным вот так пройдемся. Видите, супер сладкая, 150, 100, картошка. О, какой лучок, по 50, 70, кабачки, 110, помидорки. Так, 90. Помидоры вообще шикарные пошли. И здесь сразу напротив даже есть вещички. 85, огурцы. Наконец-то подешевели огурцы и помидоры. Давайте посмотрим здесь. Здесь вот поинтереснее такие фрукты. Нектарин 220, абрикос 220, персик 220, черешня 150. 240, 150, 70. Ну да. Азиатская есть даже клубничка. Смотрите, как ее много. Да, 80, картошка. Ну да, 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 я видел. Ривьера, картофель 100. Так, пойдемте на ту сторону. Ну, в принципе, вот везде 130, 120, 110 клубника. Огурцы где-то в среднем 70 рублей. Есть арбузики по 100 рублей за килограмм. Это очень пока дорого. Так, баклажаны 220. Вот тут картоха 100, уже все вот так аккуратно фасовано. Но здесь рынок не сочинский, здесь переезжают все местные. Кто не видел выпуски про сочинский адлерский рынок, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании. Туда местные не ходят. Здесь же закупаются все местные. Я думаю, увидите по контингенту пожилых много. Бананы 120, 230, черешня вот здесь 80, яблоки 100. Да, ценники разные, ну, в целом, плюс-минус одинаковые. Вообще, рынок, как вы видите, он просто огромный. Виноград 300, 250, грушки, помидоры. Так, пастила 50 рублей штука, лимоны 200. Так, лимоны вот тут по 180, уже гляньте, сколько народа. Обалдеть. Так, орешки, вот я покажу вам сухофрукты. Финики вот 35. Вот, смотрите, да, 100 грамм. Ага, здесь такие пошли вкусные сладкие палатки. Есть вот такие вот всякие штуковины. Вот, дорожные, классные штуковины. Так, пойдемте, Настя. Здесь, кстати, на рынке есть туалет, вон табличка висит. Вот клубничка 140, 200, персики, лимоны вот 180. Есть вот даже клубничка по 100 рублей. Есть вот такие торговые ряды. Вот он, туалет, кому нужно будет.
Есть также выпечка. Ой, сколько людей вообще. Так, ладно, по овощам, по фруктам, я думаю, что вы поняли. Пойдемте смотреть мясо какое-нибудь. Так, прошли чуть дальше. Вот мы попадаем с вами в рыбный корпус. О, здесь уже так классно пахнет рыбой. Вообще сюда за рыбой лучше приезжать рано утром. Свежее все привозят. Пошли, Родион, Родион. Давай, Рома. Вот, смотрите. Во, свежее. 35 рублей. Так, мидии. Вот, мидии свежие. Мы, кстати, как-то покупали за 100 рублей пакет. Вот тут при вас прям могут разделать все это дело. Да. Тюльки. Так. Вот маленькие малосольные штуки. Да, смотрите, какой только нету. Есть сушеное, вяленое, вот так вот сушится все. Правда, ценников почему-то нет. О, рыба-меч. Или кто там она? Вот, камбала. О, красотища. Да. Дальше, смотрите, есть вот такой указатель. Чистка рыбы. То есть вы здесь купили и сразу проходите. Вам тут ее почистят. Вот, продают камбалу. Вот, видите? Здесь можно рассчитываться картами. Смотрите, какая огромная. Вон, по 230. Это же как она, Тефаль, да? Тефаль. О, огромная вообще. Ну, Тефаль, да. Да, можно купить вот такую вот барабульку. Посмотрите, как много, малосоленая барабуля. 250 рублей. Вообще красота. Пойдем мидии посмотрим. Так, идем за Настиными мидиями. 200, я уже вижу, 250 рублей. Вот, есть контрольные весы. Вот мидии, вот, 250 рублей. Они какие-то там такие крупные, чищенные были. Ну да, 35, вот, мидия живая, 250 рублей. Ой, барабулька, класс, свежая, 250 рублей килограмм. Класс. Слушайте, ну вот такой вот рыночек. Ценники очень клевые. Также на рынке можно найти много всего, ребята, по хозяйству. Вон, видите, пилы, клей, пассатижи, там все, короче, такое нужно для хозяйства. На этом рынке есть абсолютно все. Вот видите, огромные-огромные палатки. Также есть всякие вот ремонты техники. В общем, огромный рынок и очень классный. Так, тут вот такая вывеска, видите, продукты по оптовым ценам. Люди выходят с пакетами. Давайте посмотрим. Он крытый. Ну да, здесь, по-моему, есть как раз сыры всякие. Вот есть контрольные весы. Где? Вот. Вот они. И вот пошло мясо. Вот, например, видите, 270. Да, большой выбор. Телятина, вырезки какие-то различные. Здесь помимо мяса есть всякие сыры. Крымские сыры. Конечно же, колбасы. Мне очень нравится, что все в маленьком количестве, незаветренное. Вот. Так, шея, вот шашлык. А мы смотрим просто. Давай интервью там где. Давайте, по ценам сориентируйте. А? Почему? А что говорить тогда? Так, 350, 250, 500, 350. Так, давайте по курице. Крыло.
бедро филе. Так, подожди, мясо, Настя. Дорогая. Да. Угу. Вообще курица, да. Так, колбаса. Да я не знаю, что-то здесь как-то это, а. Да, вот мы так думаем, что, ребята, мясо здесь дороговатое. Как вам, пишите в комментах. Относительно в сравнении своего города. Не забывайте подписывайтесь, какого города вы. Сыры. Родион, руку давай. В общем, мы не удержались и купили черешню и клубнику. Ну, еще, как всегда, булки. В общем, черешня и клубничка у нас вышла на 170 рублей. Одну клубничку подарили Настеньке такую большую, и плюс нам сделали скидку 10 рублей. Итого вышло у нас на 160, и одна клубничка в подарок. Сейчас чуть попозже остановимся, все это дело помоем, заценим. И это, кстати, все местное. Так, ребята, что касается оплаты карт, мы сейчас зашли купить мороженое, попробовал рассчитаться всеми картами, которые у меня есть через Apple Pay, ничего не работает. Нужно, по-моему, мир устанавливать, как-то туда закачивать, и тогда будет работать, но все, что работает на материке, не работает. Вот такой вот выпуск у нас с вами, ребята, получился. В комментариях пишите, как вам цены, поддерживайте выпуск лайком. Делайте репосты в свои социальные сети. Не забывайте про наш авторский гайд. И пока. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. До встречи.